Давай просветливай ее. Так, ни хрена не видно. Хорошо, осталась одна. Привет, ты крутый классен, раз зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и мы с тобой продолжаем играть в Madison. А только что загружал игру, и в загрузочном экране появилась подсказка, что если вы чувствуете головную боль, головокружение или тошноту, нужно сделать перерыв. Это тот момент, когда игры перестали быть играми напрочь. Тот переломный момент, когда игры превратились просто в пытки. В прошлой серии, если ты не видел, как по традиции скажу тебе, иди посмотри. Мы убежали от больного деда, и, кстати, можно открыть эту дверь или нельзя? Ой-ой-ой, ты чё? Перестань. Что это? Ну, как и ожидалось. Просто обычная кладовка. Как и ожидалось, это все было просто в голове у нашего игрока. Он просто, наверное, зашел в чердак и потерял сознание, ловил глюны, так скажем. У нас есть череп Мэдисон. Его нужно куда-то положить, либо его нужно куда-то закопать. Да не скрипи, слышь, вот она что скрипит. Я думаю, что здесь все время скрипит. Это, оказывается, вот эта вот штука. Она называется люстра. Ее вешают на потолок. Но она, сука, не скрипит, а это скрипит, скотина. Я чувствую, что сейчас будет страшно. Сейчас будет очень страшно. Либо игра нам даст немножко передохнуть. Да, я знаю, хорошо. Опа. Это было, я здесь давно не был, уже все забыл. Да-да-да. Иду-иду. Иду-иду. Не звоните, по... Иду. И я иду. Иду. Джон? Джон. Я уже четвертый раз пытаюсь дозвониться до тебя, говорит священник Томас. Я наконец-то смог раздобыть информацию, о которой ты спрашивал. И правда в том, что я переживаю за твою семью. Проще говоря, демоны пытаются совершить простые ритуалы, чтобы стереть границы своих душ. Чтобы провести этот ритуал, ты должен избавиться от объекта, к которому сильно эмоционально привязан. Принеси его в жертву. Когда-то жили практикующие колдовстве люди, которых за их воровство и бесчестие стали преследовать призраки. Они украли ювелирные украшения у древних династий, чтобы избежать нужды самим совершать жертвоприношения своими собственными сентиментальными вещами. Они выкупили жертвоприношения эмоциями других. Это извращенное существо пытается выйти за рамки даже этого. Я говорю о древнем ритуале, о котором очень мало известно. 7 жертв, 7 увечий. Я полагаю, что мы наблюдаем ритуал обмена телами. Мэдисон Хейл пыталась совершить подобный ритуал того, как она была убита. И теперь она заставляет твоего ребенка закончить это дело за нее. Она пытается завладеть телом твоего сына. Позвони мне сразу, как получишь это сообщение. Блять! Уа! Что? Что? Я в заднице. Я в полной заднице. Что делать? Так. Батя? Батя Джон. Отец. Твой отрок нуждается в твоей помощи. Быстро. Так, хорошо. Что-то должно сейчас быть, потому что... А подожди, а что это такой бардак? Я не понял. Подожди, такого здесь не было или было? Почему здесь все так разбросано? И здесь чуть на полу лежит, не понял. Подожди. Я не помню, чтобы здесь было так грязно. Хорошо, ладно. Погнали. Я не знаю куда. Просто идем. Просто куда-то идем. Попробуем сюда зайти. Хотя мне кажется, что здесь ловить нам нечего. Пароля у нас нет. Мы не знаем, как открыть дверь. У нас есть сейф. Нужно как-то открыть сейф. Ключа у нас нет, хорошо. Так, проверили. Здесь ничего не сработало. Потому что, мне кажется, что-то должно сейчас появиться. Что-то... Блядь. Ебучая статуя. Как ты меня затрахала. Пропади нахуй. Пропал, наконец-то. Она просто за мной... Она за мной следит. Она меня преследует. Сколько можно уже? Меня от нее тошнит.
просто невероятно. Ладно, хорошо, погнали в другой конец. Хаты нашей, бомбезной. И должна открыта быть дверь. Здесь, либо со второй стороны, либо что-то нас должно ждать. В комнате. Вот здесь, например. Да? Или нет? Ничего не ждет? Как так-то? Не понял. Как так-то? Так, подожди. Вот что я заметил. Таракашки-то наши куда-то ползут. Это, скорее всего, какой-то инструмент. Нет, это ключ. Это у нас от подвала. Так, я несу очень много предметов. Давайте вернемся. Положим ненужнятину, которую нам не нужно таскать сейчас в данный момент. Крабы, наверное, положим. Череп нужно с собой взять однозначно. Подвал. Угу. Хорошо. Замечательно. А как? Каким образом появился этот вот зазор в кладовке, там, где только что мы были? Его раньше там не было. Опять демон с нами играет в какие-то игры его. Дьявольские. Пошла ты в пизду, слышь? Ты там стоишь, скотина. Мразь ебучая. Заебала за мной ходить уже. Сколько можно? Штынц. Мне кажется, что это что-то под доской. Нет, хорошо. Давай что-то тогда подковырнем. Подковырнем. Нет, лопата не подходит, как всегда. Что там еще может быть? Короче, тараканы наши друзья. Как бы это ни звучало, плохо и ужасно, но... Друзья теперь наши тараканы, а не собаки, оказывается. Так, это замечательно. Хорошо, погнали в подвал. Погнали, сейчас Мэдисон, сейчас бабуля. Бабуля наша. Я так понимаю, что привидение, которое мы здесь видим, это не Мэдисон Хейл. Хейл, или как у нее там правильно произносится ее фамилия. Или Мэдисон фамилия, или Хейл, я хрен его знает. Непонятно. Но срать, в принципе, мне. Я подозреваю, что это наша бабка. Потому что дед как бы бабку-то вызвал. О! А подвал-то выглядит намного меньше, чем он был раньше. Закрой дверь. Хорошо. Так. Чё это? Подвал здесь. Ой. Ой. Что это? Черт побери, за место. Это подвал, дружище. На ключе написано. Идешь, что ли? Блядь, не выпрыгивай на меня, пожалуйста. Не выпрыгивай на меня, пожалуйста. Не выпрыгивай на меня, пожалуйста. Что мне делать? Подожди. Что? Куда? Где? Не понял, блядь. Что такое? Ебать, что это такое? Хо-хо! Испугал меня. Так. Блядь, она здесь. Эта бабка зовет меня. Она, оказывается, говорит не сука, а Лука. Зовут нас Лука или Лука. Лукавый. Блядь. Где она? The Iron Bar is in the basement. Iron Bar. Это Iron Bar, наверное, чем нужно будет тогда доски подковырнуть, правильно? Так, ладно, хорошо, а где ты? А в какую сторону идти? Ха-ха, ебать! Блядь, ты где? Нахуя выключать свет? Чё это за фишка? Что делать? А что с ней делать? Что с лампочкой не так? Не пол нихера. Мне уходить отсюда или нет? В подвале. Штейнс. Бля! Так, я здесь надолго, я так понимаю, правильно? Потому что вот у нас есть... что положить? Взять ли на хранение? У нас одно место осталось. Да хватит меня звать, я знаю, что ты меня зовешь. Триста.
Опять нужно ее дернуть? Ага, разъехались. Хорошо. Да хватит меня звать уже. А можно вообще идти сюда, нет? Ебать! Ага! Привет, так, я так понимаю, что звать, что идти туда не нужно. Нельзя туда идти. Так, хорошо, идем. Нельзя? Может туда идти или нет? Сука! Бля, что делать-то? О! А-а! А-а! Да бей по лампочке, блядь! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! О! А! Где лампочка ебучая? Где ты, блядь? Где ты, сука? Куда ты? Перестань! Бабка, иди в пизду. Блядь, не трогай меня. О! Так, не уходи. С тобой безопасней. Стой. Где лампочка? Я не достаю. Опа! Хорошо, уехала, так. Доставай фотик, да фоткай её уже. Доставай, блядь. Так, стой. Опа! Чё дальше? Стой, блядь, не уходи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чё с вами, чё с вами, чё с вами делать-то? Блядь, не уходи. Не уходи от меня, Свет, пожалуйста. Мне нужно найти достоверную или что с ними делать-то? А, нужно, наверное, на фотку нужно посмотреть. Я ча-ча-ча-ча-ча! Давай просветливай ее. Так, ни хрена не видно. Хорошо, осталась одна. Че, у меня пленки на вас всех не хватит, так хватит мерцать. О! Фуф, я так и не понял, что за лупа была. Монтировка в подвале. А почему изначально нельзя ее было читать? Охренеть. Закрой нахуй его, слышь. Пошел в пизду, я больше сюда не приеду. Это женщина, это твоя бабка. Она не отображается на фотографиях. Почему-то фото с ней... Какое? Они сгорают. Они сгорают ее, их как будто что через жопу вытянули. Блять. Прикольно. Не сгорай, пожалуйста. Чего? С чего происходит? Никого здесь нет, что ты боишься? Так, монтировка в подвале. Хорошо, как минимум две вещи. Две вещи мы теперь сможем достать. Это вот здесь и на чердаке. Нужно будет не забыть. Давай, подковыривай. Молоток, конечно, для таких дел-то не годится. Нам нужно монтировку, блядь. Это то кольцо, которое она упомянула в своем дневнике? Ага, Элизабет и Альберт Максвелл. Хорошо. Слышь, бабка, хватит за мной ходить. Блядь! Демон опять свои. О, господи, мои глаза горят. Так, это демон. Это демон, да? Демон опять свои шутки. Ебучие. Господи, мне нужно выбраться из этого ебаного дома. То выкиньте в окно, я тебе еще в прошлой серии говорил, придурок. Открыть записную книжку. Я что, стул в вагине, что ли? Не понял. Стул. Волосатая вагина. Или глаз.
Или рот. Или жопа. У меня уже скоро такая жопа будет от этой игры, что можно в нее стул запихнуть. Просто не запихнуть, а так положить. И будет такой звук. Так... У меня губы сухие. Просто. Так. Ладно. Осмотреть. Колечко есть. Замечательно. Что мне с ним делать-то? Пойдемте положим. Я не понял прикол только что в подвале. Вот этих вот, вот этой вот лампочки, вот отодвигание шкафов, стеллажей. Это какая-то была загадка, и зачем нужно было фоткать статуи по 100 миллион раз? Не понял, непонятно. Ни хрен поймешь. Так, лопату, молоток можно положить, пока что не нужно. В любом случае мы сможем вернуться. Череп для какого-то ритуала нужен. Я думал, нужно будет провести ритуал в... Чё, ебанулась, что ли? Дверь охуела, что ли? Стой нормально, слышь. А чё это? Никого там нет. Он еще так медленно достает фотоаппарат. Просто ужасно. Погнали на чердак. Расширять свой пердак. Кстати, можно монтировкой снять цепи, нет? Нет, блядь. Здесь нужен по-любому какой-то еще и болторез. Теперь, наверное, за нами статуя гоняться больше не будет в этой серии. Мы уже нафоткали, ей стало достаточно. Она просто выпрашивала, чтобы мы ее пофотографировали. Вот ей скучно. Она хотела попасть в кадр. Не получалось. Но теперь получилось. Что-то нос чешется. Я почешу. Если нашел это, не слушай. А как такую засранную кассету можно слушать? Июнь 22-го. Это что, треки Баскова, что ли, не слушать? Погнали. Что не сделаешь ради скрипта, чтобы он сработал? Послушаем кассету. Лукей. Бабка. Она такая. Лука, мидкей, бабка. А такая, нихуя себе. Кассета не слушать. Это бабка наша? Я теряю свой разум. Бабушка. Я никому не могу верить, даже Альберту. Если ты слушаешь это, Блюниз настоящий. Я знаю, что я не больна. Я знаю, что у меня нет так уж много времени. Это блядская хреновина. Я чувствую, как она дышит. Прямо за мной. Напеваю эту ебучую песню. Снова и снова. И снова, и снова, и снова у меня в голове. О, Блюниз. Сзади. И он найдет то, что он искал. Так долго один. Где его место? Параша его место. Блюниз, позайди, и он найдет. Назад! Нет. По всей кухне, где он написал эту песню. Специально для тебя. Так. Главный герой, говори что-то. Песня по всей кухне. Не понял. Не понял вообще. Песня по всей кухне. Ее что, распидорасило, что ли? По всей кухне?
Да-да-да-да-да. Это было. Хорошо, был торец для туалета и для этого навесных шкафов. Пока что его нет. Кассету послушали, больше ничего нет. А... Синие колени. Но у нас есть зеркало в ванной, где написано про синие колени. Вот оно. Сфоткать его, что ли? Нет, так не работает. Так, блин, я все на кухне вроде прошарил. Там больше нечего, что найти. Вообще ничего нет. Монтировка. Может, ебать эти часы? Что они здесь висят? Все время. Бесполезная херня. Так, во всей кухне. Хорошо, давайте думать. Ты... Тра... Траклин... Ультра... For grandpa... Ты чё? Я так плохо пою, что ты закрылась? Блять, стой. Кто шарудит? Кто? Вот эти вот песни, это оно? Нет, как, это по-любому какие-то рецепты обычные. Так. Таракашки, подсказывайте что-то. Куда идти? Так, синие колени. Кассета пропала, что ли? Ее послушать больше нельзя? Если я протупил? А, схватить. Так, я еще раз прослушаю. Короче. Я прослушал еще раз запись. И я так понимаю, что нам нужно найти вот что-то вот здесь. Но как его открыть, если нету инструмента? Больших зацепок нет. Куда двигаться? Что фотографировать? Что я пропустил? О! Подожди... Не... А, не... Что? Что? Здравствуйте! Where did these come from? Откуда они здесь? Так, я так понимаю, сюда что-то нужно положить. Так, ну я вижу ключ, это понятно, вот он, естественно. Хорошо. Взаимодействовать. Так, ритуал обмен телами. Хорошо, это то, что я должен положить этому конец. Сентиментальная вещь. Кольцо. Хорошо. Обмен телами. Кольцо. Семь жертвоприношений. Рука, нога. Голова. У нас уже есть череп. Подожди, или это должна быть голова отца? Потому что я помню, что в записках у нашего главного героя есть в планах голова отца. Наверное, скорее всего, мы обойдемся. У нас есть череп. Два тела. Гость и носитель. Человеческий прах. Так, кольцо. Рука, нога. Тра-та-та. Я понял. Так, четыре статуи. Что-то сюда нужно поставить. Ладно. Я думаю, что здесь делать нам пока что нечего. Можно уходить. Погнали. Погнали открывать дверь. И это опять вторая часть просто бесконечного, здоровенного, самого здорового дома в Хорле, который я когда-либо видел. Он просто неебически здоровенный. Просто невероятно огромный. Это из дневника моей бабушки. 15 июня 1972 год. Ненавижу, когда Альберт проводит всю ночь за работой. Когда темнеет, такое ощущение, будто мир переворачивается вверх дном. Я слышу скрипящие звуки по всему дому. И дом? Я знаю, что мое зрение ухудшается. А, подожди. Я слышу скрипящие звуки по всему дому. И дом. Ага. Я знаю, что мое зрение ухудшается, но... Вчера я потерял в своем собственном доме. И не из-за плохого зрения. Комнаты двигаются.
Я даже не могу найти свою собственную спальню. Мы здесь не в безопасности. Больше не в безопасности. Пока эта сущность живет среди нас. 16 июня 1972. Это следующий день. Ебать, я умный. Альберт разозлился на меня на то, что я разожгла свечи по всему дому. Но мне почему-то кажется, что свет оберегает нас. Так, начался прикол в том, что двери уже закрываются сами собой. Раньше такого не было. Здесь должно быть что-то полезное. Угу. Опять загадка с рубильниками. Но это мы сейчас сделаем. Еще одна? Это мы уже не сделаем. Что до хрена рубильников. Нормально просто было бы болторез найти, а как ты с собой будешь что-то вот... как это, блядь? Пилораму с собой носить? За бугром. За хребтом. Так, это будет сложнее, я так понимаю, если мы здесь неправильно введем, то там переключатели ресетнутся. О, стой! Во! Вот эту вещь! Вот эту вещь! А что с этим делать? Так, вверх-вниз, вверх-вверх. Вверх-вниз, вверх-вверх. Бля, нет. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вверх. О! Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Что, кто-то завыл? Что это такое? Что случилось? Так. Использовать. Вверх. Вниз. Вверх, вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вверх, вверх, вверх. Вниз, вниз. Вверх. Ага! Ага! Ха-ха-ха-ха! О-хо! Я так понимаю, что нужно разрезать будет. Ладно, пусть звучит. Ее можно как-то выключить? Подожди. Я знаю, что здесь даже нужно будет использовать. Не череп, это точно. Монтировку нет. Нам нужно будет принести сюда заржавелый короб с какой-то херней. А почему на мастерской вот такие странные замки? Ты их, блядь, туда повесил. Здравствуйте. Я дверь закрою, чтобы вам не мешать приносить жертвоприношения. Вы только меня не трогайте, пожалуйста. Женщины. Так, взять. Нам нужно вот эту вот херню. Кассету можно, наверное, положить. Не, подожди, на хранение. Кассету можно положить и больше ее пока что не трогать. Я сомневаюсь, что мы будем их прослушивать заново. Да, смотри. Началась новая херня, то есть за нами статуи уже не двигаются, но двери за нами уже будут закрываться. Перед нашим носом точно так же. Ситуация усложняется. Потому что я думаю, что это сыграет с нами плохую шутку в будущем. Если мы от кого-то будем убегать, оно, сука, возьмется и закроется перед нашим носом. Это потеря целой секунды или двух. Конечно. А как же, ну... Хорошо. А, блядь. Это, скорее всего, жертвы Мэдисона. Так, руки-ноги. Руки-ноги. Голов пока что не вижу, одни руки и ноги. Хорошо. Как тебя выключить? Тебя выключать нужно вообще, нет? Или ты будешь так и будешь работать? Ну ладно. За электричество мы, скорее всего, не платим. Батя будет платить. Не, похер. Не, похер. Хорошо быть ребенком. За все платят родители. Я не думаю, что наш главный герой Лука настолько взрослый. Но ему лет, я не знаю,
16 у него было, когда ему фотик подарили. Так, хорошо. Я предлагаю вскрыть туалет сначала. Пойдем таким путем, каким бы игра не ожидала, что мы пойдем. Не использовать. А я хочу. Захотел воспользоваться нужником. Почему бы и нет? Чуешь, запрещать мне еще будет, скотина, блядь. А что нахер? А чё хочу, то и делаю. Бля, дверь не закрывается. Почему? Чё-то сейчас вылезет отсюда. А ну закройся. Открывай, ёб. Да открой ты, ё-моё! Да хватит уже, бля! Откройся. Хорошо. Это кому? Это вломить нужно кому-то будет? Так. Сколько раз мне говорить? В доме никого нет. С меня хватит твоего бреда. Альберт, послушай меня. Это всего лишь книга, блядская книга, Элизабет. Видишь, здесь никого нет. Его не существует. Он, черт возьми, нереален. Я знаю. Я знаю, что что-то происходит со мной. Как-то с этим связано. Я просто знаю. Это болезнь, Альберт. Элизабет, боже, ты больна. Я не больна. Ты так сойдешь с ума, если не остановишься. Эта книга никак не связана с твоей болезнью. Мне хочется, чтобы ты перестала вести себя как ребенок. Перестала прятать наши вещи и принимала свои чертовые таблетки, боже. Ты думаешь, что это нормально? Ты думаешь, что зрачки исчезают, как пыль? Я клянусь, это ебаная сущность. Делай это со мной. Хватит, Элизабет. Хватит вести себя как десятилетний, иди в кровать. Альберт! Все началось в тот день, когда мы привлекли эту ебаную книгу в дом. Это болезнь, Элизабет. Ты больна. Если ты не веришь мне, я уйду отсюда. Смотри, с меня хватит. Я забираю Джонни с собой. Мы не останемся здесь. Эй, подожди. Это уже слишком. У тебя паранойя, Элли. Сейчас 4 часа, Элизабет. Просто вернись в кровать, пока мы не разбудили Джонни. Ну же, мы можем обсудить это утром. Ты пожалеешь об этом. Ты останешься один, наедине со своим тупым ебаными часами. Так, не мерцай. Успокойся. Блять! Ёпт! Я закрою. Я попью воды. Так, выходить к бате или к матери? Конечно, к маме. Мы прижим маме. Мы будем маменькин сынком. Мама! Но я не Джонни. А бабушка! Бабушка! Бабушка ебанулся. Помоги мне. Ладно, погнали. Блять, ты издеваешься, что ли? Нахуя мне эта фотография ебаная? Зачем она мне? С ума сошел, что ли? Блять, меня игра жестоко наебала. Жестоко, прям жесточайше. Так. Хорошо. Хорошо. Плохо. Плохо. И что делать? Мне нужно фотки разложить. На алтаре вот там или что? Что мне делать-то? Штейнс? Здравствуйте, девушки. Так, я так понимаю, что это книгу, которую принесли родители Джонни.
Ебанутый совсем. Видно же, что книга от Антихриста. Так, посмотрим, что мы сможем сделать. Фотографии высыпешь, нет? Сюда можно что хочешь? Блядь, не плачь, я не хотел. Ты что, обиделась, что ли? Перестань. Может, сюда блок положить? Эй, подержи по-братски, слышишь? Держи. Нет, нужно череп, наверное, положить, да? И это обиделось. Блядь. Хорошо, нужно... Нужно пойти забрать нашу коробку, солнечный короб. Но у нас останется еще одна вещь, которой не хватает. У нас ее, скорее всего, нет. Одни кассеты. Это мы возьмем. И кольцо, конечно же. Да, точно, точно. Точно, там же было кольцо. Погнали. Так. Я так понимаю, что ложить можно куда хочешь, да? Так. Давай, реви. Спасибо за колечко. Я так долго ждал от тебя, что ты позовешь меня замуж. Так, дверь закрылись. И что? И что? Ну давайте. Пиздите меня. Бейте меня. Избивайте меня. Что, ничего не происходит? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гномы ломятся в дверь. Мне нужно найти цифры, чтобы открыть эту дверь. Они должны быть где-то... Где-то... Где? Так, кто-то маленький и злой ломится. Карлик из Форт Боярд. Ха! Шутка! Мне нужно найти цифры. А, стой, подожди. Таракашки! Кассетка! Ой-ой-ой. Ой-ой. А, все норм. Так, кассета. Да бери ты ее. У меня просто настолько пыльный экран, что вот этот вот курсор... Он просто, блядь, теряется, я ее не вижу. Нужно экран протереть. Хорошо, прошла сохраняшка. Это прям прекрасно. Наверное, послушаем кассету и пока что на этом закончим. Кассета номер 3. Джон, я хочу, чтобы ты понял, насколько действительно опасны эти демоны. Я наблюдал несколько атак экзорцизма в свое время. Не все выживают, чтобы рассказать свои истории. Эти существа неживые, и это делает их сильнее нас. Они развлекают себя с помощью нас. Им нравится наш страх, причинять нам боль. Они кормятся ею. Это дает им мощь, дает им силу. Когда один из них присоединяется к одному из нас, это практически невозможно помешать. Они играют с нашими телами, умами, пока не найдут, что ищут. Они уже не люди. Они за гранью всего, что мы знаем. Джон, я молю тебя, ищи помощь. Я расследую дело той женщины, о которой ты мне рассказывал, Мэдисон Хейл. И вернусь к тебе, как только найду что-нибудь. Держи информацию подальше от твоего сына. Избавься от этой камеры, как только ты получишь это сообщение. Но, пожалуйста. Пожалуйста, будь осторожен. Если у твоего сына уже был контакт с этой сущностью, его жизнь, твоя жизнь и жизнь твоей семьи в опасности. Мам, Шинель! Что я наделал? Я должен найти способ положить этому конец. Блядь! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Горит. Ай, горит. Мое тело горит. Рога? Так. Мне кажется, что я видел что-то похожее в доме. Да, было.
Да, было. Был череп антилопы или какой-то еще парнокопытной сущности. Существо, то есть. Хорошо, ребята, на этом закончим. Скажу тебе, что мы уже половину игры прошли, даже больше. Где-то, наверное, еще осталось 1/3. И мы, в принципе, с ней покончим. А пока что на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, делись со своими друзьями. Ну, поделись. Что, тебе жалко, что ли? Поделись. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И встретимся в следующей серии. Все. Всем спасибо. Всем пока.